Тимур Аликберов, главный тренер ЛКС. Тимур Сударадинович, 2-2 и поражение по пенальти. Довольны? Недоволен. Ну, я недоволен даже не столько результатом. Любой положительный результат сегодня, любая непроигранная игра, я считаю, что это очень здорово и положительно. То есть не, вопрос не в результате, вопрос в том, что мы умеем играть гораздо лучше. Гораздо мы не показываем сегодня и 50% тех возможностей, которых мы слишком волнуемся, у нас часто принимаем неправильные решения, мы можем играть гораздо лучше. Меня качество игры больше расстроило, нежели результат. С результатом в целом все нормально. Мы на выезде с лидером сыграли в ничью, там, но по игре мы можем играть лучше. Я всегда требую же именно от этой ситуации. Я знаю, как они могут играть, и когда они так не играют, мне это, я недоволен. Не, даже не качеством игры, а тем, как они могут играть. Поэтому в этой ситуации, повторюсь, вопрос не в результате, вопрос в том, что мы можем показывать гораздо более качественную игру. Завтра будет играть лучше? Что-то надо менять? Или это психология, или что? Ну, без сомнений, конечно, нам тяжело. Мы приехали, у нас перед этим 3 поражения. Мы играем с лидером чемпионата. Волнение абсолютно понятно. Но когда ты одну игру сыграл, я очень надеюсь, что у меня игроки немножко успокоятся и сами поймут, что в целом все нормально, можно на равных спокойно играть и можно конкурировать. То есть нет никакой. Это зависит, конечно, много от игроков, но я надеюсь, что они сами в первую очередь поймут, что выходишь на площадку, и там твои шансы всегда есть. А насколько ты будешь в порядке, настолько твои шансы будут еще больше. Поэтому, конечно, я очень надеюсь, что мы успокоимся и покажем гораздо более качественную игру. Мне так бы хотелось. Удаление Геджио на завтрашнем матче может сказаться? Ну, без сомнения, конечно, с Леоном мы теряем один из вариантов ведения игры. Ну вот, Торпедо — это один из основных вариантов. У нас это как просто один как из запасных вариантов, но мы его теряем, конечно, как бы это большая потеря, да. Спасибо. Удачи завтра.